хорошо свое занятие. Да, Яра? Отдыхаешь? Физкультурой не стал заниматься? Ну, думаю, ладно, немножко пусть отдохнет. Что там? Что, пальчиком зачем? А что? Нажать? В общем, понятно, да, все? С парнем. Его вот такой сейчас релакс идет. Ну, пускай немножко отдохнет. Сейчас начало 12-го. Уже массаж этот. Я сейчас ему сделала сок. Хочу, потому что все-таки силы тратить много, чтобы не таблетками его сильно качать, а вот таким сок из яблока, сельдерея и апельсина. Вы это уже видели. Но ему я еще отдельно делаю, потому что Яра мне как-то просил чисто апельсиновый. Не нашла, если честно. Кто-то скажет, так, мне сок не выжимать апельсина. Но я не нашла свою такую ручную соковыжималку, и которую я с собой беру, когда потом буду отжимать, если что. Вот так вот здесь такой получился он немножко. Апельсин. И налила ему вот сюда сока. Тоже много не делала. Вот где-то ограничитель вот здесь у меня. Так что он попьет. А также я ему делаю смузи. А смузи я делаю с семенами льна. Я сейчас его сделала. Сейчас покажу. Вот здесь банана, клубника и семена льна. Не вижу сейчас. Нет. Банан, клубника, семена льна. Просто я его сделала семена льна, так как они... Я не замочила, в общем-то, заранее, поэтому я сейчас их прямо здесь разбила сюда через блендер специально, потому что целиком они, в принципе, не перерабатываются, надо все-таки их разбивать. Я их разбила, оно сейчас здесь постоит, в принципе, оно наберет свою такую вот густоту. Ну, пока Яра сейчас попьет сок, немножко посидим, помассажируем руки, все-таки хочу пальчики тоже разрабатывать, массажировать, и начну мы немножко лицо опять. Хотя, может, лицо сейчас посмотрю, я не знаю, как по нему. Буду ориентироваться по его состоянию. Вот, и потом уже он поест вот это, и будет тренировка. Будем заниматься тренировкой, тоже не хочу откладывать на потом. А потом уже сядем делать уроки, потому что погода тоже непонятная. Хочу, чтобы он пораньше сегодня пошел, походил. А то у нас как-то все время ходьба у ребенка в 8-9 вечера по темноте. А себе знаете, что я сделала? Напишите, вы такую вещь вообще любите? Не знаю, я с детства, вот, особенно если бывает еще морковка, короче говоря, это типа жмых из соковыжималки. Ну, я же все фрукты, овощи все чищу, в принципе, она все чисто мытая. Ну, не знаю, мне вот эта вещь больше всего нравится. Я всегда с детства любила, когда не сам процесс сока, не сам сок, а вот это, особенно если когда там было яблоко с морковкой, вот за эту морковку тертую, вот такую морковку. Мне всегда очень нравилось. Так что сколько нас любителей вот такой вкусняшки. Мне нравится, не знаю. То есть как бы понятно, что надо жевать, но... Здесь оно вроде бы и сок, и не сок, и все перетертое. В общем, так что сейчас мы будем вот так вот трапезничать немножко. Потом посмотрим. Да, Яра? Чем нам заняться? Тренировка, тренировка. Тынц, тынц, тренировка. Чего ты разлегся? Релакс. Да. Когда что? Ничего. Тренировка? Сейчас покушаешь, сейчас сок попьешь. Будешь апельсиновый сок? Буду. Буду, вот так. Мы заодно и учимся пить с чашечки, да? Да. Вот как-то так вот. То есть он уже, видите, он не заливаю я ему с ложки, а он тянется. Единственное, что у нас тяжелый вопрос, это держать и пить. Но это, наверное, надо пробовать отрабатывать. Именно пока вот рука и рот, у него пить из чашки не получается. Все, чашку взял и рот открылся. Давай. Держи чашку. В общем, вареную курицу вы мою увидели. У него тяжело пока срабатывать. Но я так думаю, это тоже надо. Как бабуля мне сказала, она пожила сейчас с нами месяц и говорит,
Я даже не представляла, что у вас все так. Я думала, что вы просто... Яр, спит папа, не кричи. Не хотите приходить, не хотите звонить. А оказывается, все намного сложнее, что нам оказывается, у вас такой режим нон-стопа. Всему надо учить, реально учить. Просто все успеваешь, поэтому иногда бывает на самом деле легче. Взял и напоил. Напоил с ложки, залил с чашки. Но много еще у меня тоже косяков. Не надо его сажать. Надо сажать, чтобы он сидел на стуле. И со стула именно ел. Получается, и пил, чтобы не я ему сзади подставка не была. Вот это тоже мне надо еще к этому прийти, пока я к этому не везде пришла. Ну, просто как бы так не совсем. Мне не так, грубо говоря, неудобно. Бывает уже от усталости, от чего-то, от времени, нехватки. И это, конечно, неправильно. Но... Смотрите, какой у нас град пошел. Сейчас только что, я не успела. Ого-го, да, град. Такой град. Всем привет! У нас сегодня 15 апреля, и вот такой сыпет град. Весело. Всем привет! Пока передышка. Отжимаемся, не отжимаемся, а этот пресс качали. Мы с Ирой сегодня уже поговорили, правда так нормально, пока связь не получилась. Но она мне написала, что как сделать, я вот так затейпировала первый раз, правда здесь немножко наехала. Но ничего, на час, на два хватит, сразу губы тут. Ага. Здесь немножко, конечно, я на губу заехала, но ничего. А. Вера, что это такое? Ты кто? Это у тебя маска такая, что ли? Смеющийся мальчик. Будем плен. Да? Ярослав. А, ну, все устягивается, как хорошо. Чего я раньше не догадалась? Да, он хочешь, не хочешь, начинает. Видишь, он уже, это он глотать. Ну вот, посмотрим, дай бог, надо просто сил. Оно просто ненадолго, надо просто почаще. Я так понимаю, или на ночь. Вот Ира говорит, я на ночь делаю. Ну, посмотрим. Я просто сейчас делаю, думаю, пока час хватит первый раз. Ну, сколько посмотрим. Времени там дальше будет видно. Ну что, дальше занимаемся? Да, давай, подшипаемся. Кидай! 16, давай. Дальше. Упрямляй ноги, упрямляй. 16, поехали. Поехали. Два его. 17, давай. Считай. 2 его. 17, дальше. 18, дальше. 19, дальше. Сейчас надо с ним также обратный счет потом попробовать. 20. Дальше. На 40. То есть у нас 50. Дальше. Назад. Давай назад. Давай. 20. 20. Дальше. 19. 19. Повторяй за мной. 18. Дальше. Давай я. А. Ты же обратный счет пошел. Я. Все, поехали, быстро. 18. 18. 17. 16. В обратную сторону. Уменьшаешься. 15. Дальше. 14, дальше. Меньше, уменьшай. 13. 13, дальше. Ага. Уменьшай. 12, дальше. Молодец. 11, дальше. 10, 10, дальше. 10. Что? Не, 0 куда? 10, 10, дальше. Теперь, после, давай. Нет. 9. Яр, в обратный счет. 9. Дальше. Когда 0, ты считай. 8. Ты считай.
Дальше. Семь. Дальше. Шесть. Давай. Дальше. Пять. Дальше. Четыре. Мешаешь. Дальше. Три. Мешаешь. Два, три, посмотри. Яра, держись руками. Три. Он соскочил. Три. Держись, 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 держись. Так. Давай, вставай. Три. Три. Дальше. Поехали. Уменьшаешь. Яра. Что, посмотрел? Три, все, что ли? Давай. Два, давай. Теперь 20... 20 до 30. 21. Дальше. 22. Дальше. 23. Дальше. 4. 25. 26. Проговаривай все. 27. 28. 29. 30. Давай до 40 еще. Давай 31. 31. 32. 33. 34. 35. Выговаривай. 30 надо говорить. Давай, 35. Дальше. 36. Дальше. Держись, Ира. 4 раза осталось. Держись. 37. Давай, 37, поднимай. Пошел. Подъем. 37. 38. 39. И потом? И вместе 40. 30-40. 40. 30, да? А так было 60. Да, молодец. 60 раз. Молодец. Снимаю я. Гуимплена снимаем. А еще я вам хочу показать, у нас здесь любитель на виброплатформе заниматься. Видите? Как машинка стирает, так Сима приходит сюда, лежит здесь, вибрирует. Да, Сима? Сима, машинки. Такая вибрация достаточно сильная. Да не трогай я тебя, лежи, вибрируй. Вот такой прикол у нас есть у Симы. Привет. Всем привет. Мы вышли немножко прогуляться. Мика сейчас только еще из дома выходит. Должна Мимилька сейчас к нам подойти. А мы вышли. Сия! Угу. Тихо. Сия! Мама! А, семечки, господи, пока тебя поймешь. Давай, пошли, Яр. По кругу мы вышли, один круг дать. Погодка не очень, что-то она вообще сегодня такая утром. Нет, мы на площадку не идем, Яр, вокруг дома. Яр опять включает. Меня сегодня немножко опять разозлил, потому что когда у нас, я не знаю, как это с этим справиться, пока никак у нас не получается. Мы уже вот, мы вроде, я сегодня даже опять весь день не красилась, ничего сегодня, честно, неохота было как-то. Пока массаж, пока туда-сюда, пока с девчонками немножко поговорили. А у Яры сразу включается такой вот режим. Как только мама по телефону, если здесь бабуля рядом, у него вот этот месяц вообще у нас так и так, он все пока еще у нас рулит. Периодически, периодичностью такой. Только он посидит немножко с бабулей, все. Яра никого уже не понимает, никого не слышит. Ему надо 5 раз сказать, чтобы он хоть что-то услышал и понял. Чуть камеру не разбил, ударил ее, захватил камеру сегодня у меня. Я ему говорю, слушай, камеру не трогай. Не смешно вообще, Яр. Уже и получил за это реально, потому что, ну, приходится наказывать. Я не знаю, напишите, вы как-то наказываете. Вот говорят, нельзя наказывать, нельзя ругать, нельзя руки поднимать, нельзя орать. А как быть?
человек должен понимать какие-то свои. Я ему всегда говорю, что если как ты же Симу тоже учишь, ты два раза говоришь нет, а третий раз по жопе ей даешь, начинаешь на нее сам орать. А как ты хочешь, ты ничего не хочешь делать? Я ему говорю, не трогай камеру, камера не игрушка. Он хватает, типа он идет бабу снимать. Когда он бабе идет, он начинает визжать, потому что это он к бабе туда идет. И, естественно, он не рассчитал, на четвереньки встал, камера в руках. И я ему говорю, не трогай, Яр, давай. Он ее опять хватает и даже не слышит, не слушает. Короче, я его наказала, поэтому мы опять поругались немножко. Потом тренировку, но тренировку я так полностью не делала, потому что я не знаю, то ли, может быть, по погоде, может быть, из-за погоды, может быть, просто из-за того, что наорался, наподнаревелся. Как-то сил у него не было сильно заниматься. Мы поприседали, но это я уже предыдущим днем. И так это упражнение, в общем, сделали на... Кстати, надо поотжиматься, но сейчас придем, может быть, сейчас я вспомнила, что мы не отжимались. Яр, отойди в сторону. В общем, вот так вот. Так что у нас весело. Андрей опять лег спать, уснул. Бабуля сидит. Бабуля усилена. В общем, на гиперопеке. Не знаю, как теперь с этим справиться. Вроде мы с самого начала вроде ничего более-менее как-то начали. А сейчас тоже она вот минимально, короче, минимально. Надо до кухни, повсюду помыть. И все, и вся тема закрыта. Короче говоря, мы походили немножко. Так, это минимально, но с собаками очень много гуляет, и так стараюсь уже вроде бы ни с кем не пересекаться. Народу, честно говоря, реально много. И какой-то дождь, не знаю, снег, что-то опять град. Поэтому мы давай заходим домой. Яр, домой, домой. Яр вообще перестал понимать обращенную речь. Я вот не знаю, как с этим вообще бороться. Я ему говорю, идем по здесь по дорожке, Яру куда-то несет. Потом сам вот поперся туда, а сам идти не может. Ноги распрямляй. Иди ровнее, с машины вон тебе навстречу. Выравнивайся. Еще выравнивайся. Ох, у нас вечер. Вечер у нас удался. У нас Мика была с нами. Короче говоря, Симу посадили в пакет. Сима залезла, стала в нем лазить, играться. В итоге, я не знаю, на собаку, когда Миля уходила, в подъезде была собака. Она ее, видно, увидела, испугалась. Андрей, конечно, расстроился. Цветок наш бедный, который именно все, вот мы его пересаживали. И она опять это все снесла, все сломала. Сломала все отсюда. Она просто спряла. Она почему-то испугалась. Два. Все, этот, видите, все в грязи. В общем, 11 часов вечера с ней все это убирать. Хорошо, я. Тише. Тише. Сейчас покажу дальше. Она сидит сама вся на сдыбе. Мика выходила из подъезда, а он этот мопс там. Я не знаю, то ли она его, что-то на него среагировала. Она не видела никогда собак. Ой, и здесь покажу тоже. Она мне здесь все перевернула, всю кухню. Испачкала штаны Микины. В общем-то, вам кофе. Все поразливала. Она заскочила на стол, со стола неслась. А вот здесь все скинула. В общем, как неслась она, как бешеная, так все посносила. Все поскидывала, короче говоря. Яра там сейчас что-то. Ладно, сейчас не садится кушать. Мы протянули. Яр, тебе же сказали. Кому ты там? Дозвонилась мне? Тише, Яр. Да. Я дома. А, ну все, хорошо. Ладненько, все, давай. Ага, пока-пока. Пока. Сейчас. У Яра здесь он постоянно Яндекс.Такси этот смотрит. И вот сейчас аж до скандала. Ему сказали, Яр, тебе сказали, успеешь оценить. Подожди, она сначала доедет, потом будешь оценивать. Все, спокойнее. Спокойнее. Где? Хорошо. Сейчас посмотрим, где наша была заказ, история заказа. Ну, сейчас ему оценим. Да. Вот. Не знаю уже. Значит, уже это закрыли же. Но не успели ему оценить поездку. Потому что торопишься, Яр. Как торопится, как бешено. Никого не слышит, никого не слушает. Все по-своему, по-своему. Все, видишь, не знаю. Теперь мы... Ну вот, мы не смогли водителю отблагодарить. Я даже не знаю, если она... Если ты не делаешь, то... Короче говоря, не знаю, у нас там очень сейчас сумасшедший дом. Андрей там расстроился весь, потому что из-за цветков, я даже не знаю, сейчас его собирать, выкидывать.
Это сидит, не двигается. Она еще туда залезла, вот туда мне под телевизор. Запуталась в проводах, застряла. Хорошо, телевизор хоть не снесла. Ну, всяко бывает. Ох. Ай-я, все ай-я. Хорошо. Да, вот так вот. Ай-яй-яй. Потому что тебе когда говорят, не знаю, может, здесь Яра крикнула что-то. Чего она испугалась? Я так и не поняла, если честно. Мама, что мама на кухне была? Я на кухне была, она просто туда мне прибежала, все снесла. Ладно, давай быстро кушать, завтра у тебя массаж с утра. Попробую собрать его обратно, конечно. Но мне кажется, он так все сломался. Я даже не знаю. Вот как-то Павел все... Такой цветок был, и вот главное, что опять ему достал, вот все сломало. Что, спишь уже? Сейчас кушать надо еще. Угу. Ну зачем нам мусор? Мы выбрасывать, конечно, не будем. Попробуем его. Может быть, он, конечно, ну... Нет. Уже осталось, конечно... Нет. Хотя вот у него молодые цветочки. Видите, листочки опять пошли. Он пошел вроде так. Короче говоря, вот он весь. Весь цветок у нас в руках. Да, только-только он вот оживать начал, все новые. В принципе, мы все убрали, повесили вещи. Короче говоря, она явно из-за этого мопса испугалась. Она теперь из комнаты не выходит. Она просто выходит и уходит. Но с цветком у нас завтра покажу. Осталась, конечно, беда. Ну, что теперь делать? В принципе, мы сильно не расстраиваемся. А. Что? Стоп, Сим. Вот она подходит вот сюда, сейчас покажу. И туда в коридор не идет. Ну вот явно испугалась его. Давайте. Видно, ей показалось, что это не знаю, что ее сымитировало с тем пакетом. Какой страх. Видите? Ну, вот сейчас пошла потихоньку. Короче говоря, у нас хватило времени уже 11:30, Яра. Сейчас только-только доедает понемножку. Мы погуляли, мы сходили, погуляли с Андреем. У нас вот так всегда заканчиваются наши прогулки. Поэтому хорошо. Яр, все, хорошо, просто помолчи сейчас. Да, просто... Поэтому иногда кажется, что лучше бы дома сидели. Просто бы вот сидели бы, ничем не занимались, так если уж решили отдохнуть. Но нам надо было не отдых, нам нужно было сходить купить бабуле памперсы, нужны были там всякие дела. Кое-что тоже так себе взяли. Потом прикупили Мики на продукты, взяли. Она пока стирала свои вещи. И в итоге вот такая... Сима, теперь ты опять туда лезешь? Поэтому вот так вот не знаешь, как лучше, что хуже. Ладно, надо доедать уже, Яське спать вообще. Ищешь, кого ты ищешь, кого ты абсолютно... А. Ну, мопс ушел домой-то. Да, она соседка, она, главное, еще стала, он сюда стал нос засовывать. И соседка тоже так, типа, вроде бы... Яр, ну, что за звуки опять? Она этот мопсик-мопсик, то есть, вроде как бы, ну, мопсик и мопсик. А этот мопсик, видите, нам делов натворил. Андрей, конечно, разозлился, потому что она, видите, все ищет кого-то. Туда не лезь. Что-то какие-то запахи, где-то что-то сымитировалось. Там нет никого. Сима, нельзя. Даже не поболтать, не посидеть, потому что там Яська лег спать. А здесь у нас опять вся кухня завешена. Сегодня только получила, покажу, вещами. Получилось только вечером постирать. Целый день, честно говоря, просидели, прозанимались. Я много вот так вот с групп, с контакта сейчас беру всяких развивашек, которых смотрю тоже дополнение. Занятия. Ну и пока не разобралась, как спрашивала. То ли это Word надо самому делать, набирать, то ли мне надо Word сам менять. Ну, чтобы вот программу эту делать. В программе, ну, прям, чтобы на компьютере печатать и заполнять в эти, то, что там есть.
как бы в эти задачи решения туда решать. Не просто как скопировано, как фотография, да, вот у меня файла, а именно, чтобы можно было работать. Посмотрю я, как получится, не получится. Буду думать, если сейчас не усну, то, возможно, буду ночью думать. А аптека.ру сегодня заказ сделали, так прикольно. Они нам... Андрей пошел, ну, шел с работы, я ему сказала, ты пойти забери. Он забрал, приносит, и совсем чужой заказ вообще отдали, вообще даже не задумываясь. Ну, типа, ой, ну, сумма подошла, я ему как бы сказала, там, 1400 что-то, а там было меньше. А и нашли заказ на 1400, ему отдали, пошла, вот я забрала, завтра она будет с утра идти и оформлять это по деньгам, потому что возврат они мне не сделали, карта была Андрея, а я пошла со своей картой. И они на мою карту, естественно, уже не вернули деньги. В общем, завтра с утра будет еще тоже есть чем заниматься. Посмотрим, я потом покажу. На этом такие масла эфирные взяла, чисто чтобы вот для иммунитета, для дома. Но я всегда зимой. Раньше я вообще на этом, ну, делала часто. Если интересно, напишите, я вам в следующем видео тогда покажу, поставлю. Вот, потому что я раньше и на батарее это ставила, делала, когда я был маленький, с иммунитетом у нас вообще была беда. Не то, что с иммунитетом, даже а вот чуть что он кашляет, дышать, вот эта зима, потому что перепады, переходы весной, Мика в школу, она тоже была помладше, чуть что приносила. Но она не настолько часто приносила, но все равно приносила, да, вирусы всякие. И я просто вот так вот немножко поддерживала ему иммунитет именно всякими маслами, как бы, чтобы вот испарения были. Вот так вот, так что вот так вот, так что до завтра. Не подписывайтесь, не забывайте, ставьте колокольчик, чтобы вы не пропускать наши видео. Они сейчас выходят у меня немножко почаще. По мере того, как я снимаю, я их буду выставлять, стараться, по крайней мере. По крайней мере, я надеюсь, что у меня будет получаться вот так вот. И более так актуально рассказывать, вообще более подробно рассказывать про наши занятия, про наши тренировки. И хочу еще подключить, показывать, именно ставить, как мы занимаемся на интеллектуальное, на умственное развитие наших упражнений, наши занятия. До встречи, до завтра. Всем спасибо огромное. Спасибо, что вы с нами, что подписываетесь, что даете обратную связь, общаемся, разговариваем. Как-то уже как семья. Честно, вот так вот очень приятно. Даете нам стимул сниматься. Всем пока-пока.